Олег Тігнібов. Я перш за все вітаю ровесників Незалежності і, звісно, лікарів хірургії, особливо в переддень професійного свята. І хочу сказати, що дійсно закон про вибори, він нас всіх має хвилювати. Взагалі закон про вибори має писатися не для тої влади, яка в даний момент знаходиться при владі, а має писатися для громади, для людей. І в тому контексті я хочу, шановне товариство, нагадати ще одну обіцянку партії регіонів, яка чомусь зараз не виконується перед виборами. Ви критикували минулу владу, що немає кодексу виборчого, в якому треба об'єднати закони про вибори до місцевих органів влади, президента і парламенту, бо вони суперечать один одному. А зараз, замість того, щоб такий кодекс запропонувати, пропонується знов тільки законопроект щодо виборів в парламент. І друге, дуже важливе, що би ми тут не говорили, навіть якщо ми говоримо про відсотковий бар'єр і про багато чого іншого, найважніше, що сховано в цьому законі, і ви, очевидно, це знаєте, це питання, хто формує дільничні виборчі комісії. І якщо зараз в цьому законі зазначено, що дільничні виборчі комісії практично виключно формуються тільки партіями, які знаходяться в парламенті, а партії, які є поза парламентом, тільки в результаті жеребу, ну от 189, 289 партій, уявіть собі, що то за жереб буде. Вже був жереб на місцевих виборах. І в результаті ті, хто можуть пройти в парламент, вони позбавляються права контролювати оцей процес. Оце є, товариство, найважніше. Отже, чому нема кодексу? І друге, чи все-таки за той період, поки є проект і поки він не прийшов ще в парламент, чи, можливо, варто змінити норму про те, що усі учасники виборчого процесу можуть мати рівне право при формуванні дільничних виборчих комісій? Дякую. Ми обговорювали один і другий питання. И более того, я был инициатором того, что давайте мы работать над кодексом. Но когда мы начали этот вопрос отрабатывать со специалистами, то все-таки пришли к тому, что учитывая то, что у нас выбор уже через полтора года в Верховный Совет, давайте мы вначале все-таки выпишем за это время, а не будем впритык принимать закон. У нас еще время есть и обсудить, и изменить, и договориться, и так далее, и тому подобное. И самое хорошо, что это происходит еще за месяцы, месяцы, месяцы до выборов, а не за два месяца, когда в последние дни мы принимаем данный законопроект. Так вот, пошли по логике такой, что давайте мы все-таки выпишем сейчас законы по выборам в Верховную Раду, а затем следующим этапом мы перейдем к тому, что будем выписывать кодекс выборный. Он будет. Поверьте, за каденцию нашего президента мы этот документ выпишем, мы его представим общественности, и мы войдем уже в следующие выборы президента с цельным документом, с кодексом. Теперь, что касается по партийной представительству в комиссии. Коллеги, когда мы начали обсуждать этот вопрос, если мы заложим, что 189 партий будут принимать участие в жеребьевке по этому вопросу, а нет, давайте, то, все рівні мали права, то я вам смею заверить, что завтра большая мали. Часть, которая здесь присутствует, скажет, что вы отработаете электронный механизм такой, что те, кто присутствует в этом, они не попадут туда. И это было одним из аргументов. Теперь давайте посмотрим, что на самом деле происходит. Я сегодня читаю одну статью, которая интересная, в период нашего ток-шоу, видно, быстро отработанная, появилась на одном из сайтов. И коллеги пишут, вы знаете, это только теперь партия регионов, блок Литвина и коммунисты будут представлены, остальные же у нас блоки, поэтому они вообще не будут представлены в комиссии. Но это пишет человек, который совершенно не понимает того законопроекта, который выписан, никакого общего отношения не имеет вообще к процессу законотворчества. Там написано четко и ясно, все парламентские партии. А если учитывать все парламентские партии, то у нас сегодня более 20 партий, которые входят в парламент. И когда входят в парламент эти партии, то любая из тех, которая сегодня развалилась в блоке, она имеет право принимать участие в этом процессе и будет принимать участие. А когда в прошлый раз мы выписывали закон для местных советов, и у нас была отработка с Венецианской комиссией, мы задали вопрос, как нам выйти из той составляющей, что у нас 189 партий, их посчитать невозможно, их руководителей найти невозможно, этих партий. Они нам сказали, что давайте вы сделаете все-таки жеребьевку, которая бы представляла, что представители независимых партий, они войдут, и они тоже будут принимать и контролировать этот вопрос. Для всех, поэтому а не я могу сказать так, что когда вот легче быть в оппозиции, и когда кто-то что-то пишет, как правило, находится потом несколько людей, которые имеют совершенно другую точку зрения.
А когда ты сам берешь ручку и начинаешь писать, то оказывается, что на то, что ты предлагаешь, еще больше людей, которые оппонируют тому, что есть. Поэтому наша задача сегодня выписать такой документ, который бы при общественностью воспринимался, самое главное, общественность. Если общественность будет доверять этому документу, значит и политики выстроятся в этот ряд. А на сегодняшний день политики создают фон такой, чтобы общественность не доверяла любому документу, который принимается в государстве, потому что в этом поле можно создать не 189, а 250 партий. И тогда у нас все члены парламента будут представители какой-то одной политической силы. Но что говорит Олег Тягнибок? Он говорит, вот они партия, которая на местных выборах получили хорошие результаты в Западной Украине, да, но они там в комиссиях участвовать не будут формировать. Почему? Они могут принимать участие в комиссии. То же самое. И я больше чем уверен, Сави. Вот давайте мы дождемся, когда пойдет выборный процесс. Кто-кто, а они принимать участие будут. Александра Кужель. Партии полностью по вот вопросам, которые задавались в зале, совпадение с залом. Но я хотела бы продолжить то, что сказал господин Ефремов, что одно дело написать закон, другое принять. А я хотела бы продолжить, а третье провести выборы. Потому что на самом деле, я понимаю, почему в зале не верят, что будет парламент другого состава. А потому что можно написать какой угодно закон, но защитить результаты. И кто туда пройдет, они уже однозначно не верят, что это будут те люди, за которых они проголосуют. Что дает этот закон и мне недоверие, что и нам непонятно. Я абсолютно поддерживаю здесь Олега Тягнибока, это формирование комиссии. Вы посмотрите, один человек представляет партию в парламенте, которую он уже создал там год назад, здесь двое присутствуют таких, и он будет иметь право влиять. Из блока. Точно так же у меня в Крыму присутствовали партии зеленых, которая не баллотировалась там. Партия защитников Отечества не баллотировалась. Она отдала право формирования комиссии партии власти. Поэтому формирование комиссии и поэтому признание результатов выборов для каждой партии самое важное. Так что вы предлагаете по формированию? Я считаю, комиссии? Что нужно действительно разработать механизм общей жеребьевки, чтобы процесс формирования комиссии был понятен и доступен. Второй момент. Подождите, вот когда вы говорите общая жеребьевка, мы берем 189 партий. Да. В том числе парламентские. И в том числе все и парламентские. Вместе. В том числе и парламентские. Но я хочу сказать, да? Что это... Олег, можно я закончу? Здесь нужно все-таки еще поработать с юристами. Почему? Потому что тогда мы можем довести до глупости и до момента жеребьевки будет 1000 партий. Каждый создаст себе клонов. Ну, чтобы была возможность попадания. Второй момент. Сократили время выборов. Это очень сложно будет, это хорошо партии власти, мощным партиям. То есть я понимаю, что мы идем к двупартийности где-то, двух-трехпартийности. Опасные моменты. Нельзя, комиссия не может принять решение по жалобе. Нужно обращаться только в суд. Мы увидели это на местных выборах. Суды не успевают, ты побеждаешь, приходишь с решением суда, но выборы закончены. Тебя имеют право не зарегистрировать кандидатом. Вот эти моменты, они остались достаточно непрозрачными. И еще, Александр Иванович, Александр Сергеевич, прошу прощения. Инна Емельянова все записывает. Буквально еще один момент, который, ну, на мой взгляд, очень сложный. Формирование мажоритарных округов. И уже все партии знают, все об этом говорят, что партия власти уже имеет шахматку, уже там записаны фамилии. Потому что у меня партиец приходит, я говорю, ну ты идешь по мажоритарке, там у меня идет такое-то с партии регионов, сказали, вообще шансов никаких. Если это будет так, как это было на местных выборах у меня в Крыму, тогда можно делать закрытые списки, мажоритарку, и действительно я знаю, какой будет парламент. Я очень бы хотела, я участвовала в мажоритарке, я победила как член парламента мажоритарки, у меня было 27 кандидатов на одном месте, но это были честные выборы. Очень бы хотела, чтобы мы вернулись к открытым спискам и к честной мажоритарке, чтобы мы максимально убрали административные ресурсы. И тогда люди поверят в том, что те, кто пришли, действительно будут представлять народ. Я власне, хотів спитати, пане Єфремов, а чому зняті практично всі кримінальні санкції щодо ймовірних порушників виборчого процесу? Тобто, якщо б їх карали, те, про що говорив пан Олійник, якщо б посадили кілька чоловік так серйозно і на всю Україну це б знали, то інші б боялися порушувати закон. А зараз практично зроблено так, згідно того проекту, що можна робити будь-які порушення і нікому нічого не буде.
Я могу, здесь есть заместитель министра юстиции, который ответит, что это не соответствует просто действительности. Что санкции за нарушения там есть, и они довольно серьезные. Олег Лінібок. Дозвольте запитання. От ви не перший рік, як то кажуть, в парламенті. Ви теж. І ви, в принципі, ну тепер ні поки. Угу. І ви, в принципі, є відомий як доволі поміркований законотворець. Дякую. От скажіть, будь ласка, невже ви не бачите, що цей закон, це не є закон про вибори, це є закон про фальсифікацію виборів? Невже ви не відчуваєте тих дрібниць? Знаєте, зараз можна заговорювати тему дуже по-різному, але невже ви не відчуваєте тих дрібниць, де, як то кажуть, дохла кецька схована, де, власне, вони хочуть фальсифікувати? Але оскільки сьогодні говорили так про Європу, я хочу запитати вас, а ви знаєте, що в Європі, в деяких європейських країнах сьогодні хочуть реформувати так само законодавство. Так. Чому ці європейські країни відносять закон про вибори на загальнонаціональний референдум, а в нас фактично ухвалюють ті, які хочуть і залишитися при цій владі, і які хочуть залишити фактично закон під себе? Можливо, так би варто було зробити? Дякую. Дійсно, я можу підтвердити, що в багатьох європейських країнах, в тому числі в яких є і пропорційна, і мажоритарна система, сьогодні переглядають ці системи, зокрема, це Великій Британії. І прем'єр-міністр, який переміг, очевидно, буде змінювати. До речі, не шляхом референдуму. Знаєте, є такі питання, які дуже важко з'ясувати шляхом референдуму. Я, наприклад, був, ви знаєте, противником того, непопулярно, я знаю, але це правда, що Конституцію треба приймати на референдумі. Бо цікаво, як людина може за перший, третій, п'ятий пункт сказати так, а за другий, четвертий сказати ні. Основні системні блоки. Це дуже важливо. Системні блоки. Але я передбачаю, що як один з варіантів може бути і форма, і може бути форма референдуму. Устрій і наше завдання з вами, в тому числі і законотворців, тут більшість законотворців, і вас як представника позапарламентської партії, який двічі був народним депутатом України, якщо я не помиляюся, зробити, щоб всі прогалини, всі щілини, всі можливості були усунуті. І мені здається, от не хочу бути адептом зараз Мін'юсту, але мені здається, що треба вести розмову так, як проводила її Інна Іванівна. Вона говорила абсолютно на базі законопроекту. До речі, давайте погодитися з тим, що на сьогоднішній день це не є закон. Савік, ви весь час кажете, закон про вибори. Немає закону. Навіть немає законопроекту. Законопроект буде тоді, коли він буде зареєстрований в парламенті. Це перше. І другий момент, якщо я не помиляюся, то навіть статус цього варіанту як технічний проект. Технічний проект. Давайте будемо об'єктивні всіх.